Тренер, помоги, срочно нужен совет. Быстро скинул вес, живот стал плоским. Так это хорошо. Да, хорошо, согласен, но у меня начинает обвисать кожа, появляется фартук. Что делать? Ну расскажи, как питался, какие тренировки были? Да не, какие тренировки, тренировок не было. Я просто стал есть меньше. Урезал порции в два раза, а может даже и больше. Ну а сколько грамм белка в сутки ел, ты считал? Чё ты задаешь какие-то сложные вопросы? Ничего я не считал. Что такое белок? Смотри, обязательно нужно есть 1,5 грамма белка на килограмм вес тела. Белок — это яйца, индейка, говядина, курица. А коллаген – это белок, и он обязательно нужен для того, чтобы наша кожа была упругой и подтянутой. Второе. Обязательно добавляй физические упражнения, тренировки на все группы мышц. По мере того, как мышцы укрепляются, наша кожа становится также упругой. Ну и добавку коллагена не помешает тебе попринимать. Или давай сделаем проще. У меня 6 мая стартует программа «Эффективный минимум». Я там составляю и питание, также будут тренировки через день. Если хочешь записаться, пиши мне в директ слово «Эффективный минимум».